любых профессий, религий, языков. Представители древних династий и беспородные, будьте прокляты, ныне и присно, и во веки веков. Я желаю вам абсолютно искренне, будьте прокляты. В час, когда земля примиряется к новой войне, когда ломятся склады от бомб и ракеты в небо вгрызаются, наше дело маленькое, шепчете вы, мы в стране, мы не вмешиваемся ни во что, нас не касается. Я не знаю, как взбудоражить вас в недрах ваших квартир, чем растревожить. Какими такими дустами? Но я знаю, что если завтра погибнет мир, он погибнет только по вашей вине, равнодушно. И за то, что вы равнодушны к стонам, чужим и словам, я желаю яростно, желаю истово и навязчиво, чтобы сделалось лично вам, персонально вам, сегодня же больно, по-настоящему. Я хочу, чтобы вы оставались самими собой, но чтоб в каждой клетке вашего тела темно и разбойно колыхалась боль, клокотала боль, чтоб молчать было больно и чтобы стонать было больно. Я хочу, чтобы наполнились ужасом ваши секунды и месяцы, чтобы вы кричали «Спасите!», а люди в ответ пожимали плечи. Мы ни во что не вмешиваемся. Я хочу, чтобы судьба стояла у ваших дверей и смотрела бы, усмехаясь, что с вами делается. И да сбудется это проклятие как можно скорее, пока есть время, пока еще мир живет и надеется.